скорый фирменный поезд каждый день прибывает на станцию Кемерово. А вот такие гости приезжают нечасто. То, что в этом поезде особенные иностранцы, даже у пассажиров не возникло сомнений. Они сразу поняли, кого встречают журналисты. Сейчас они самые последние. Голландцы, им сейчас за 70, это дети и внуки колонистов, которые в 20-е годы строили еще Щегловск. Теперь Кемерово их вторая родина. А может, все-таки первая, шутят между собой. Заходите, не мерзните, садитесь. Первая остановка голландской делегации здесь, Красная Горка, дом 30. Именно в этом доме, когда-то построенном во времена АИКа, жили Эгберт и Пол Бегеманы, сыновья известного в то время инженера Бегемана. Вот и они, Пол и Эгберт. Когда-то жили здесь, правда, вспомнить детство сложно, были совсем маленькие. Но опять что-то родное. Вспоминаются обрывки русского языка или сходство в строении домов. Я знал по-русски, я говорил с мальчиком. Теперь я забывал все. Определенные сходства этого дома с голландскими есть. Центральная часть дома, все эти окна и крыши, состоящие из двух частей. Мы в Голландии приблизительно так же строим дома. Это отличительная особенность голландской архитектуры. А вот фамилия этого почтенного гражданина в очках знакома, наверное, каждому горожанину. Мистер Рутгерс. Внук того самого Рутгерса, который основывал колонию АИК «Кузбасс» и в честь которого назвали улицу в Кемерове. Рядом с ним сестра. Еле сдерживая слезы на глазах, то ли от холода, то ли от воспоминаний, она удивляется, какой же все-таки удивительный город. Мне кажется, что здесь просто удивительно, и я очень эмоционально воспринимаю эти места, потому что именно здесь 80 лет назад работали мои родители, и мне практически 80 лет, и я на этот момент еще даже не родилась, только была в планах. Вижу эту атмосферу, могу это почувствовать, это просто удивительно и замечательно. Впрочем, главное открытие для гостей еще впереди. В этом году отмечается 90-летие автономной индустриальной колонии «Кузбасс». В Кемерове потомки своих знаменитых отцов пробудут еще несколько дней и успеют сполна осознать, что же такое «Кузбасс» – место, которое они смело готовы назвать домом. Клим Санаткин, Георгий Головин, Сергей Юрин. Новости моего города.